На канал, ставим лайки, колокольчик для того, чтобы получать оповещение. Есть. Слушайте, обнова уже вышла? А ну-ка, давайте попробуем перезайти вообще в игру. О, мне нужна эта карта. Майпа. Мне в БГ нужна эта карта, срочно. Так, лады. Что-то я открываю все. Вот, Battleground апдейты. Комментарий разработчика. Мы вообще хотели сделать апдейты для ладера, да нам в целом пофиг. На БГ, но что-то решили вспомнить, что надо что-то поменять. Ладно, далее этот, немножко... Хелпы свинкам, мурлокам, андедам. Блин, насчет андеду, конечно, странно, ладно. Вернули персонажа, который жестко работал. То есть каждый третий спел, который выкупали в магазе, стоил 0. Теперь он стоит каждый третий спел 1. Насколько это жестко? Насколько это, ребят, уничтожает персонажа? Нормально так уничтожает, на самом деле. Просто представьте ситуацию, где вы сможете крутить на второй таверне или там на... А, на один меньше, не один даже стоит. Ой, так вообще говно, подожди, нафига он нужен? Не, в этом есть смысл все равно. Потому что, ну, на прокрутке это реально у вас должен быть стаб через Наалу, да? Когда это будет ворф. Ну, нет, это плохо. Гремусорку, но он раньше был прям тирес, это вот. Если делать даже по персонажам, то есть его старая версия, это можно было поставить тир С. И вот остальные, они просто на него бы не дотягивали. Все остальные были бы уже ниже. То есть он один-единственный был бы тирес. Тирес! Если сейчас ставить тирес персонажа, то скорее всего, знаете, какие персонажи будут тирес? А подождите, как личиху поменяли? Вот личиху тоже можно было в тирес засунуть. Два... Штурак, что ли? Короче, ладно, личиха тоже была в тирес. Просто я начал думать, какие персонажи подходят тирес. Глазки же не поменяли, вот глаз в тирес. Короче, персонаж стал хуже. Я думаю, полное говно. Блин, почему не мог нормально поменять? Почему они все время как-то меняют очень криво? Это тоже убивает персонажа. Что вроде Йоксарона, только... Не, точнее, Зирелла. Смотри, Зирелла можно выкупать за 2, у нее 2-2, да, будет статы. Здесь то же самое примерно. Если есть демоны, это еще можно как-то ну, рабочим сделать плюс-минус. И то, если спылы там будете выкупать какие-то супер дорогие, то это не прям что вау. Это вам еще демедж наносит, охренеть, за 2. Офигеть, конечно. Так, ладно, за с рыбой поменяли. Вот с рыбой сейчас будет что-то хорошо, да? После того, как Дезратл миньон погибает, получает его миньон. А тут, короче, инкомбо сделали. Пофиксили, чтобы не обузили рыбу, чтобы не сохраняла, короче, хрипы, которые во время вербовки происходят. Ну, допустим, ладно. Ну, здесь пофиг. То есть не пофиг, конечно, убрали там силу Нзота, все такое, но в целом все равно пофиг. Так, армора поменяли. Мурл Комс теперь... И это Тагвегал, который в вихлепых теперь по 8 армора имеет. Было по 10, но они классные персонажи. Оба довольно хороши, этот, я думаю, получше должен быть, чем вот этот, но оба очень хороши, поэтому... Собственно, имеет смысл. Зирелла теперь получает 8 армора на высоких рангах и 10 армора на лоу рейтинге. Если у вас 10 армора Зирелла, значит у вас лоу мэр. Крак теперь 12. Кто вообще берет крака? Подожди, у него было 18 брони, сейчас ему сделали 12. Я, конечно, понимаю его фишку, то, что вы можете голду подкопить, потом в какой-то момент бахнули обилку и убежали. Но все равно крака не то, что берут, оставили бы ему, не будет, скажем, 15 брони. Зачем сразу так резать? 18 до 12. Кто это придумал? Кто это придумал? Почему? Бред. Ладно. Кому дали больше арбора? Теперь хорошая новость. Сказали, подождите, не, ладно, может не так плохо. Слушайте, личиха теперь 15 брони. Было сколько-то мне? 5 брони. Сейчас ей дали еще сверху. То есть они, у нее было 7 брони, потом сделали 5 брони, а теперь сделали снова, что 15 брони, чтобы такие, вот, смотрите, вам плюс 10 брони, играйте с обилкой. Нет, тогда, кстати, еще может быть оки-доки. То есть с демонами она, возможно, еще как-то может играть. 15 брони, ребят. Дайте их лоу-рейтинги не работают. Да потому что лоу-рейтинги заканчиваются, не знаю, с какого момента. Там 4 камеры где-то берешь, и там, или сколько, не знаю, или 8к. Так, у нее 12 брони, да это пофиг, да, вот здесь вот это интересное. И еще, кстати, у этого тоже больше армора. Мерзцита, у него было 15, стало 18. Ее пофиксили, это было 2.5, было, стало 2.3, ну это, кстати, make sense. Бронзовый писькозёв был 2.2, стал 1.1, тоже, кстати, make sense. Ты был 2.5, стал 2.4, тоже имеет смысл, но типа пофиг. Стал тир 6, 8.8. То есть ему тупо тир. То, что 8.8, 2.2, это, ну, плевать. Вы убираете радиоспособности. Забафать там его как-то плюнуть легко. Но вот то, что он стал тир 5, ну, жестко, да. Ну, карта была очень сильная, это был прям вау, дракон. Сумерек себя не бафает. Ваши другие драконы. Понял, понял. Да, он сейчас сам себя не бафает. Ну, кстати, ладно, окей, тогда это хороший нерв дракона. Теперь становится он чмошным. Ну, тут следующий работает с девочкой. Ну, то есть, походу, не нравится, как на лоу мэр прям жестко рашили страту через этого 1-1 дракона, потом находили писькозёва с девочкой, потом его находили, и тупо с этим столом сидели, доживали топ-2, топ-3, может быть.
сейчас решили такой, нет, хорошо вам, все это дело обузить, перестаньте, с комочками не нацелили драконах. Не так, чтобы сильно играли. Артлан, читай до конца, плиз. До конца, хорошо. Вот так вот? Так нормально? Пожалуй, нет. Пожалуй, не буду пропускать. Так, Мисс Эксплора была тир 3, 4-1, стала тир 4. Ну, карта жесткая. То есть, вообще, в целом, которая... То есть, пылы жесткие. Я говорю, что надо, чтобы все это дело пофиксить, чтобы такие карты не были в бой. Сделал так, чтобы... Ну, именно с пылы, чтобы они слабее. То есть, слабее с пылы эти карты стоят слабее. Они решили их просто по тиру поднять. Что ту штуку дракона подняли в тир 6, что эту штуку подняли в тир 4. То есть, ну, как бы... Я все еще в тир 4 хочется брать. То есть, сейчас вы видите... Ну, выходит тир 4, вам предлагается, допустим, этот тир 3. Когда он был тир 3. И там еще какая-то другая карта. Вы все равно его, ну... Больше охота брали. Фермы с пылов фиксят. Я понимаю, да, ну, это, в этом есть смысл все равно, но я бы еще с пылы тоже пофиксил. Он стал тир 3, теперь можно реборны кидать уже... Ладно, ну, стали статы были 5-2, стали 2-1. То есть, ну, плевать, его ставят, обычно выкидывают. Скажите, ребят, стройки можете уже реборны давать. Еще тут пофиксили, что он давал 4-4 стенку, я тут 3-3 стенку, но никто его не брал ради стенки. Никто никогда его не брал ради стенки. То что такое. Вот ее фиксят. Теперь нужно 4 карты. Раньше было 3 карты, теперь нужно 4 карты прокрутить. Тоже, кстати, makes sense, окей. Был тоже... Месть был 3, стал месть 4. Одно здоровье ему дали. Вагонетка. Ну, допустим, хорошо. На самом деле тоже напрашивалось. Вот эту штуку, кстати, фиксят. Был 5-1, давал 5 дэмэджа, стал 4-1, дает 4 дэмэджа. Довольно большой, кстати, нерв, на самом-то деле. Убрал я один раз ради стенки, но все равно это, на самом деле, то, что 4-4-3-3 всем плевать, все уберут только. В 99,8% случаев на то, чтобы дать реборн, а потом выкинуть. При этом замедляет мета немного. Да, так и есть, замедляет мета чуть-чуть, чтобы... Но все еще, на самом деле, находишь эти карты, все еще ты хайроллер. И другим чувакам найти эти карты тоже чуть тяжелее, потому что, ну, как бы, там, понимаешь... Чуть выше тир подняли. А птичка, ребят, получила атаку. Наконец, ребят, была птичка 0.5. Стала 2.4. Немножко пропустила день ног, но зато руки прям подкачала. Две атаки. Теперь кто там про нее плохо болтал, кто говорил, ой, птичка, не буду ее брать, там 0.5, это фигня. Теперь, ребят, 2.4 птичка новая выходит. Папа! Артлан, подвинься, загораешь карты. Ну, сейчас без проблем, хорошо, сейчас сделаем. Птичка теперь мой. Сейчас птичка может сражаться с кем угодно, почти. Так, нельзя его подняли. Был 6-5, а ты стал 7-6. Окей. Окей, хорошо. 1-1, ну как бы приятно, наверное. Скорее всего, там у него пик... Пикабельность очень большая была. Его теперь берут... То есть в фул зверях он не особо заходит, на него просто места нет часто. Обычно, если его берет, то берется ради солянки через спылы, да? Крутишь. Где вот это вот Нала, очень много спылов, и этот зверь туда только выходил. Они смотрят такие, блин, как так? Почему не берут? Классная же карта. Возможно, если только мы поднимем 1-1, тогда его начнут чаще врать в скобочках. Ну, все еще, наверное, только в Нале будете играть. Так, дилер. Был 3-6 карта, стал 2-4. Ну, ладно, то есть теперь его берем ради только способности. Раньше его брали ради статов, в скобочках тоже ради только способности. Но по статам чуть поднерфили. Не знаю, сколько хорошая была идея, но ладно. Так, эту штуку вернули обратно в тир 5, бара. Банч сделали 6-6, ну, чтобы в четверке. Не знаю, это же насчет этого. Мне кажется, четверке им нормально было. Походу, демоны жестко играют, они решили тоже все это дело понерфить. 4-10, ну, золотая версия. А, подожди, почему золотая версия 4-10, и правда? Почему он 4-10? По всех картах идет удвоение, то есть 2-4 стал 4-8, 7-6 стал 14-12. Но 2-4 где-то еще 2 здоровья себе получил. При триплете. Интересно. Молодец. Это пасхалка, ну где-то он 2 здоровья себе получает. Потому что демон, то есть ты вот не демон, который 6-6 стал 12-12, а ты вот демон стал. Понимаю. Хорошо. Тебя, наверное, это подправит. 4-8, скорее всего, карта должна быть. Так, у нас есть еще дрон, который стал 4-5. Ну, то есть мы статы поднерфили, но дает 2-1 теперь. Не 1-1, а 2-1. Ну, хотят мехов поднять, чтобы они снова играли с магнетизмами, чтобы снова через присоски, через вот это все работало. Ну и на самом деле хорошее довольно усиление. Карта стала жестче, круче. Может даже чаще будет играть. Одно здоровье ему подняли, было 1-4, стало 1-5. Пугу.
Стал тир 3, 4, 5 карта. То есть теперь раньше его можно ходить в троечке, прям нашел. Через, там, не знаю, Мурлока с третьей таверны, который там в руке бафает. Уже, да, его призываете, он получает еще плюс 2, плюс 2. И потихонечку таким образом работаете. Чуть раньше начинаете работать. В тройке еще больше шанс того, что вы ТРП соберете, потому что больше копий в магазине. И, ну, где-то в тройке сидите, и, возможно, его начинаете раньше выкупать. Там парочку таких купили уже. Уже теперь хотите ждать его, когда, ну, ждать, когда он ТРП именно соберется. Короче, хотят рашить золотой версии. Багургл. Раньше давал 2-3, дает 3-3. Одно здоровье забрали, но ну, сделали лучший боевой клич, чтобы там под браном раньше, ну, где-то больше крутились. Допустим. Джаз, теперь Джаз, ребят, во второй таверне. Мистер, я не знаю, там какой-нибудь дрожжеглот просто смотрит на это такой: что? Как я уже могу сразу выйти в левел? Не знаю, там на первый ход забрал какую-то экономику, на второй ход пошел левел, на третий ход нашел себе Джаз, и в него сходу, короче, обилку тыкает. Шестая монета, у вас уже камни бафуются на здоровье. То есть, да, у него статов меньше стало, но на самом деле на статы всем пофиг. А вот ты, что именно он стал тир 2, это опять же больше копий, больше всего, и... Такие чуваки, как дрожжи, просто этому, по идее, радуются уже. Это неплохо. Так, был тир 4, стал тир 3. Статы были 5-3, стал 3-2. Но когда вы играете спел с таверны, дает гем другому, другой свинке. Как раз-таки тоже отлично, по идее, раз, ну, раз вот это вот улучшается. Что тут еще есть? Был тир 5, стал тир 4. Каждый раз, когда на него играется камушек... другой камушек получает френдли... А, кстати, френдли миньон даже получает камушек. Не свинка, а вот именно миньон. Так, был 5-5, стал 4-5. И дает еще 4 голды. Что? Нормально, нормально, подожди-ка. А давайте, ребят, давайте, знаете, сейчас сделаем. Го, ты толпой, вот никто не будет брать эту карту. Го просто не будем ее брать вообще, вот никто. Близы потом посмотрят. Смотрит, у нее вообще пикабельность все еще 0%. Никто не играет с этой картой. И не сделает его 5 золота. А потом резко будем 5 золота обузить жестко. А вот сейчас, пока никто не играет эту карту, сидим просто, делаем пикабельность этой карты 0%, чтобы близды офигели. А потом взяли. Ладно, играйте, как играете. А то потом скажут сейчас вот... Вот так сказал. До этого то же самое говорил про Номи, да, вот его удалили. Арслан, ты виноват. Про Номи такого не говорил. Так, и Avenge 2 стал. Но 2 гема, нет, тут именно фишка в том, что с Тупоком это хуже работает. Нет, не, ну это жесткое ослабление. Но, наверное, тоже make sense. Почему? Потому что если раньше был Лерой для того, чтобы контрить страту с... через Синострата и Тупого Клыка, да? Чтобы он каждый раз ребабился. Сейчас это тяжелее, сейчас у вас есть время для того, чтобы разбить этого... чувака, пока он не успел получить ребабл снова. Сейчас шипы ведьмы. Ну, шипы ведьмы его не уничтожают. Он делает 3-3 в бабле. Он все еще камни у тебя набафаны. Не знаю, там дает, скажем, 11 атаки. У тебя парочка мести. Она снова стала огромной картой, которая все еще на себя все собирает. Уничтожает весь рестал. То есть шипы ведьмы она и до этого была. И никогда она не была хороша против этого. Вот Лерой был хорош против Тупого Клыка. Они решили сделать как раз, ну, Avenge 2, чтобы все это дело понерфить. Ну, не возвращать Лероя против него чисто. Так, и да, карта была 1-2, ее чисто реально для числа этот. Она вообще никого не трогала, никто не считал ее имбой, просто думает все карты, и фиг с ней. Но она решила попасть под горячую руку и... Сыра еще есть, да, она есть, но тоже, честно, такое... Она не уничтожает просто, именно герой не уничтожала. Теперь тут шелпайком будет работать. Вот это вот, ну, кстати, шелпайк интересно, да. Её просто кто-то не любит, походу. Ну, Руб... Подожди, что? Тир 2 был 1-3, стал 1-4? Дэм, это хорошо. 3-2, стал 5-2. Дэм, это... Насрать. Сделайте её в моей игре 3-2, я даже не... Ну, то есть пусть у всех будет 5-2, карта у меня будет 3-2, она для меня ничего не поменяется. Так, он стал 6-1, но даёт теперь 2... 2-6 даёт! Подождите, всё, я теперь хочу на нежити сыграть. Хочу сыграть на нежити, которая будет бафаться через вот это всё дело. Это хорошо. Хочу через Ривендера, через Кельтозада сыграть, и через вот этого чувака. Они еще фаланга же там поднерфили, сейчас до этого дойдем. Это жестко, подождите, это прям жестко. Пятерки, незакон, да, это очень сильная карта, это считаю, вау. Это хрень еще и Реборн, то есть, прикинь, это просто вы купили карту, то есть вы играете на нежити. Вы купили карту, которая, ну, так уж вышло, что
сейчас разобьется и даст там, не знаю, сколько... 4-12 по всему твоему столу нежити. Если у тебя будет еще Ривендер, то это вообще жесть будет полная. Да, его, кстати, было 4-4, решили, что этого мало, и сделали его еще 5-5 сверху. 4-4, сказали, не слишком имба. Сделают еще жестче карту, которая и так была жесткая. В ней вообще не было проблем никаких, абсолютно. Тоже насчет Кельтузады такие, блин, что-то Кельтузад все пикают, смотрят на фалангой, отлично играет. Что же делать? А что если сделаем ее... Не 7-4 карта, а 10-8. Вау, что, боже мой, повышение этому молодому человеку. Клап-к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 лап. Молодец. Молодец, сосал. Он сосал, да, с фалангой все еще играл. Но смотри, но фалангу нерфит. Она была 7-7, которая давала 7-7. Потом мне сделали 5-5, дающие 5-5. Теперь она 4-4, дающая 4-4. Жду, когда будет фаланга 1-1, дающая 1-1. Вот, молодцы. Так, эта штука теперь стоит одно золото. О, кстати, вот это прикольно. Это, кстати, тоже напрашивалось. Почему? Потому что... Это же обил Карканишу. Почему обил Карканишу стоит 1, а эта хрень стоит 2? 0-0, да еще 0-0, хорошо. Так, став теперь дает не 2, 2, 1, 2. Ну, окей, наверное. Эта штука была раньше тир 3, дающая 5-5, сейчас дает тир 4, дающая 6-6 до следующего хода. Что в целом тоже пофиг. Но только тир, да, сделали. Больше... Чтобы она не засирала, может, в тройке пул. Больше шансов, что в тройке вы поймете какой-то полезный спел. А билкер, конечно, один стоит. Да, да. Это вопрос, наверное, был? Да. Так, эта хрень теперь стоит 3 голды, что, кстати, ну не знаю насчет вот этого вот. Это прям под большим вопросом. 2 голды это нормально со мной было. Это был сильный спел, не ба, но просто приятный. Так, эту штуку подняли на одну голду, она, собственно, было понятно, вообще ничего не меняет, как был, ну, 2 голды, 3 голды, ну, короче, плевать. Бадди сделали тир 4, я, кстати, тоже думал, что этот тир 4, точнее, какой-то тир 4, 4 голды сделают вместо 3, чтобы якобы обилочка... да, подождите. Чел спамит и спамит, вы решили его еще поддержать, ну хорошо, давайте посмотрим. Юре, не понравилась моя гениальная идея, тогда дарю тебе. В общем, берешь велотренажер, потом играешь, когда ты катаешь в ХС. Плюс зрители, плюс мораль, плюс здоровье, минус жирок. Молодец, молодец. Офигенная. Офигенная идея. Как, почему бы тебе так самому не подрубать? Предлагаю тебе даже прям фул это. Ты в качалке будешь ходить, а чисто... С чуваками идешь, своими друзьями, в качалке там... Штангу тягаешь, а потом чуть это ХС играешь, потом снова штангу тягаешь, там, чисто между перерывами. Жок за покоя, да-да-да. И убрали... Убрали Бадди Снита, которая со зверьми очень жестко работал. Это, кстати, тоже очень важно, теперь эта хрень стала... Ее помимо того, что сделали дороже, она еще стала хуже. Так, эту штуку сделали 6 голды, ну, собственно, я про это все писал, тоже в телеге, то, что сделали 6 голды, чисто так. И, блин, надо что-то выпускать быстрее, там, на коленочке, так, шесть голды сделаем, чтобы, ну, спылы долго разрабатывали. Да, просто, чуваки, они все понимают, что спылы какие-то жесткие местами. И думают, может, спылы давай поднерфим чуть. Их там и так мало осталось. Там 3 человека сидят, всем занимаются. Один говорит, давай поднерфим, второй на него смотрит, такой, ну, ты чё, ты думаешь, моя идея, что ли, была отстойная? Думаешь, то, что я придумал, было ужасно? Он такой, ну, не, да чё? Отлично, спылы, давай просто еще поднимем стоимость. Обилка Жора стоит 2, ну да, можешь обилку поменять, сделать его. Ну, короче, они чуть-чуть все это дело замедляют. В целом, особо ничего не поменяется. Единственное, что прям из суперинтересных... Что из интересного? Вот это, чувак, интересная штука. Ниже стало сильнее за счет этого. Так, свинки, да, тоже довольно могут быть интересные. Вот это двойки-тройки, может быть, даже что-то где-то и получится. Но мурлоков насрать, на самом деле, то, что их там сделали, одно здоровье, вот это все еще пофиг на вас. Ничего не меняет. Это стало очень слабее, но все еще самое неплохо. Мстю все поднерфили, точнее, не все, а именно генерацию спылов. Вот, драконов поднерфили, получается. Ну и насчет личихи, да, наверное, интересно. Как она будет сейчас себя чувствовать с 15 армора и обилкой за 2? Да читай, да я пока просто из того, что выделить, из того, что есть. Что там сделали? Минион пул апдейты, то есть убрали 4-4, который дает
1-1 всем Мурлокам, вместо него там добавили Мурлока 2-3, который боевым клещом в тройке дает 2 здоровья Мурлокам. Решили, что там есть яды, за счет этого пусть вот это будет. Потом лузера давали, это который я не проигрываю. 2-4 на нежить. Сколько у вас тир-то верно, столько у вас атаки получает ваша нежить. И генерал дракона Кися тоже вернулся за счет Батлкрая. Подождите, а еще не убирали же, да, дракона? Подождите, 4-я таверна, который дает в конце хода вам дракона 2-1. То есть у вас будет дракона Кися и еще тот дракон. А, подожди, этот чувак еще тоже стал тир-2. Он был тир-3, а сейчас он теперь у вас мурлоки тир-2 стали. Теперь можно его в двойке лутать. То есть якобы у вас идет начало через мурлоков. Вы получаете мурлока, у которого плюс одно здоровье, такой 1-5, такой, ничего себе, классно. Потом в двойке находите там голова, крутите его, с него падает вам 2-3, который дает еще здоровье. Плюс 2 здоровья, плюс за счет этого он атаку получает. И такой план, короче. Все на канал, ставим лайки, колокольчик для того, чтобы получать оповещения. Есть.